Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить Бога Войны. И мы с вами продолжаем убивать дальше Валькирий. Мы в конце серии побывали в Альфхейме, убили там Валькирию, освободили ее, так сказать. Я потом за кадром нашел последний артефакт, и мы переместились с вами в Хельхейм. Тут есть тоже Валькирия, и плюс еще тут очень много всего еще не открыто. Ну, конечно же, это сначала Валькирия. Соответственно, дальше это, скорее всего, врата, которые к этой Валькирии потом будут вести. У нас еще есть 4 ворона, 1 легендарный сундук и 3 артефакта. Все это надо постараться нам с вами сегодня найти. Потому что мы в Альхеме с пацаном-то не были. Мы вернулись в Хель? По крайней мере, не там, где нас снова будут мучить видения. Так холодно, что аж слюна замерзает. А ты не плюйся, и все будет нормально. У нас тут было очень много мест, где тут нам требовался пацан для этого. Так что давайте пробежимся еще разочек. Так, ну тут клинки, понятно. Здесь топор не нужен, здесь только клинки. Так, тут, в принципе, все мы открыли. Ну, не мажь, пожалуйста. Че ты хукаешь, Кратос? Все нормально, все отлично. У нас все прекрасно получилось. Куда ты лезешь-то ко мне, чувак? Отойди. Все прекрасно. Так, это нам не надо. Холодно. Да-да. Поэтому не останавливайся, двигайся. Да ты издеваешься. Все прекрасно. Так, тут я вроде все пособирал. Пойдем. Так, на мосту вряд ли что-то будет, да? А. Так, подожди, А вот тебя я открывал. Вот поворот. Это что, получается, мне надо будет тащить обратно? Я что-то просто не помню. Если так, то это, конечно, то себе еще будет удовольствие. Ну да ладно. Я думаю, в принципе, справимся. Дотащим. Так, круто. Но это все? Уходим? Вернемся домой? В тепло? Нет. Мы только начали. Мы только начали. Так, сюда, сюда, сюда. В смысле, не хочешь, что ли, пойти туда? А я не успею сейчас. Ладно, хорошо. Хорош. Так, вспомнить бы, где здесь. По-моему, с той стороны у нас находится.
Да, точно, я прав. Не попал, серьезно. Вот так поворот. Кратос, беги быстрее. Отлично. Так, теперь понятно, куда. Достанешь? Да ё-моё, это серьезно, что ли, Кратос? Так, потом, по-моему, там за спиной статуя. Так, потом. А потом. А, все, потом я вижу, куда. Так, дальше. Дальше сюда. Ну, по-моему, там сундук-то я открывал, наверное, что-то. Мне кажется, как раз-то я оттуда и брал. Витрахель. Ну, ладно. На всякий случай пусть будет. Так, дальше, получается, идешь сюда. Нет, смотри. Вот тебе и сундучок. А как же так я тебя упустил, дружище? Как же так? Можно, конечно, здесь пройтись. Но, по-моему, тут был путь только для Кратоса. Так, тут я все открывал. Но опять-таки мы с вами все равно. А, смотри, что я упустил-то. Вот этого не было. Рубленное серебро. Холодно. Бегай, бегай, пацан, и будет тепло. Вот еще. О, отлично. А вот и реликвия, кстати. Третья. Не зря пошел, не зря. А там сундук. Вот этот поворот. А вот это поворот. Ну, в смысле ты не слазишь, так Кратос? Ну давай. Что не так? Опа! Я вижу ворону, но странно, я не могу туда прийти. Почему-то.
попробуешь попасть по ней. Если бы я мог спуститься, было прям хорошо. Да, блин, я упустил ее. Кратос, в чем дело? А, вот он спуск. Так, ну я уже увидел ворону, это уже хорошо. Плюс я еще увидел сундук. Отлично. Так, что у нас получается тут? Еще три вороны, два артефакта. Один легендарный сундук. Сундук я видел. Осталось только понять, как его забрать. Здесь у нас никакого пути нет. А, ну скорее всего, получается верхом. Скорее всего, так и получается. Ладно, пойдем. Но слазили уже не зря. Во-первых, нашли артефакт, во-вторых, нашли ворону. Так что все прекрасно у нас. Отлично. А вот и сундучок. Поэтому я не смог его забрать. Оберег бесконечных бурь. Эпический предмет талисман. Вызов ледяной бури. Пока она идет, атаки кратца не могут быть прерваны. Получаемый урон уменьшается, а всем соседним врагам наносится обычный урон и урон от холода. Угу. Так, это легендарный был? Да, с легендарными сундуками закончили. Теперь бы нам бы сейчас подняться бы. Вопрос то, как это сделать? Блин, надо было идти все-таки по мосту, да? Сделать себе срез, и все было бы хорошо. Теперь непонятно, как залазить там. Возвращаться, что ли? Странно, как будто обрушился мост, что ли, получается. Потому что пути-то нет. Пути назад нет. Huh?
серьезно. А, ушел? Хорошо. Врагу не позавидуешь. Да не говори. Блин, ну трех ворон тогда здесь искать, это будет сложно. Еще эти духи орут как вороны. Так, ну там понятно, там валькирия. Дума! Это сундучок. О, слышу. Слышу. Сидит. Отлично. Не-не-не-не, назад. Мы там уже все посмотрели. Так, осталось две вороны, два артефакта. Ну, одна ворона, скорее всего, будет там, где валькирия. А вот где еще два артефакта найти? Это уже вопрос. Да, что-то как-то я артефакт не заметил. Наверное, опять так же он был где-то прикручен к стене. Корнями этими синими. И я его просто тупо не заметил. А вот ворон, что-то когда тоже проблема. Трума! А ворона вижу, кстати, вон сидит. А вот и артефакт. Тайная комната найдена 7 из 7, хорошо. Ну еще один артефакт и еще одна ворона. Все-таки одна ворона, скорее всего, сидит там. А, здесь нет открытия врат. Дверей тайных. Здесь... уже все открыто. Блин, где же тогда я упустил артефакт? Здесь ничего нет. Какой смысл спускаться опять-таки, да? Ну ладно, пойдем туда валькирию мочить. Атрей, за мной! Уже иду! Туда я все равно попасть уже не могу, это 100%. Где-то, значит, еще на какой-то стене остался артефакт. Ладно, пойдем бить валькирию. Труд завершен, тайной комнаты. Что за труд завершен? Так, труд тайной комнаты. Открытые тайные комнаты, найденные тайные комнаты. Ну, это, в принципе, все отлично.
Осталась последняя ворона еще. И она, кстати, получается здесь. В Хельхейме. В остальных мирах ворон нет. Если она здесь, в Хельхейме, может быть, она как раз какая-то зимняя. Может быть, тогда лучше использовать клинки. Вон, сидит ворона. Отлично. Последняя, так сказать. Так, тайная комната, да? Мистические врата, отлично, хорошо. Ну, здорово, последняя. Ну, в смысле? Все, ослепленный всеотец. Достижение получено. Артефакт. Отлично, все, мы еще и артефакт нашли. Мы здесь, получается, здесь закончили все, осталось только валькирия. Круто. И промазал. Так, здоровья мне все полно. Камни воскрешения у меня есть. Что тут? Еще одна валькирия. Да. Попробуем освободить? Попробуем. Мы не можем бросить ее, брат. Не торопи меня, голова. Когда будем готовы, я нападу. Да мы вроде готовы с тобой. Пойдем. Вперед! Да в смысле, Вальгала сразу что ли, блин? Оу, 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 вот это надо было уходить от атаки-то, Кратос. Сзади! Да ё-моё. Я что-то разучился уворачиваться, что ли? Да, спасибо, пацан. Это пипец какой-то. Что за фигня пошла? Еще Вальгала, что ли? Давай я лучше сдохну, наверное, что ли? Что-то как-то не везет мне с ней. Брат, сзади! Да ёптыть! Сзади, сзади, спереди, блин. Не, я не буду, что-то не пошло с ней. Что-то с ней не пошло. Что-то не так. Что-то не так. Она какая-то психованная. Я почему-то разучился уворачиваться. Так, нолик, это не туда. Странно. Ну, понеслась. Вперед! Да бляха-муха, ну что ж такое? Ты это Вальгал, это не так-то, ё-моё. Кратос, силу используй свою. Да иди ты сюда, тварь!
Да блин, Вальгала, задолбался Вальгалой, блин. Что не так с этой Вальгалой-то? Да ёб твой налево. Да ранили меня, и не ранили, что только не сделали, мне жопу надрали вовсю. Ну какая Вальгала! Сдолбала своей Вальгалой. Ты жив? Да жив я, где этот тварь? Да в смысле Вальгала, блин? Задолбала ты, слышь ты? Гребаная Вальгала. Берегись, отец! Ну? Ну где суперудар-то, блин? О, слежу. Ну, блин, уж ушел же от атаки, ушел. Спасибо, пацан. Лети за ними! Может, стоит отступить? Нет, все, добили. Свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю. Но Рокстола Валькирс. Если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Восьми. Похоже, нужно отыскать других валькирий. Ты прав, но мы хотя бы знаем, где найти Сигру. Но где остальных валькирий искать? В иных мирах. Отличная мысль, брат. Муспельхейм, Нифельхейм. Сигрун бы не колеблясь отправила своих валькирий за пределы Мидгарда. Там у нас остался, получается, Нифельхейм только и все. Так, безупречная асгардская сталь, хорошо. Рукояти валькирии для клинков. Низкий шанс повысить силу и силу рун при успешном ударе клинками. Суммируется до 3 раз. Посмотреть. Но пока он слабый, опять-таки, его надо будет прокачивать. Но у меня, блин, уже столько нет денег. 30 тысяч всего лишь у меня рубленого серебра. Это у нас оберег. Меня, в принципе, устраивает этот, правда, я им очень редко пользуюсь. Так, все. Здесь мы с вами закончили. Тогда перемещаемся к гномам. Может быть, все-таки получится прокачать. Рукоятки для клинков. Ну, за работу. Давай, за работу. Рукояти для клинков. Валькирий. Не хватает только чисто у меня серебра рубленого, да? А, подожди, я же могу продать сейчас артефакты.
броши. Ладно, если тебя это устроит. Отлично. А дальше можно, в принципе, продать чары какие-нибудь. Мы таким образом хотя бы получим себе серебра побольше. Хотя не особо сильно много, но все-таки. Так, талисман, что-то у нас. Грех бесконечной бури. Так, клинки. Улучшаем. Как-нибудь приноси мне их еще. Хорошо. Еще хватает на улучшение. Немножко берет руны, но будет восстановление у нас большое, да? Как-нибудь расскажешь, кто же сделал такую красоту. Так, хорошо. Можно, в принципе, менять. Броня для рук. Тут уже не хватает денег. Для бедер. Нифельхеймский сплав нужен. И 110 тысяч рубленого серебра. Где столько брать, вообще без понятия. Но он улучшает все характеристики, кроме, конечно, живучести. Но это уже прям шикарно будет. Так, давай смотреть, значит. Оружие. Клинки. У меня стоит низкий шанс закрепить на враге огненную бомбу, взрывающую через 3 секунды при успешном ударе клинками, да? А так будет... Низкий шанс повысить силу и силу рун при успешном ударе клинка. Сумирится до 3 раз. Немножко убираются руны, но восстановление и сила будет. Отлично. Неплохо пока идет. Все. Идем туда-сюда. Нам теперь нужен Нифельхейм. Здесь мы все закончили. Теперь надо все ставить на туман, защиту от этого тумана. И чары, и броню, и что-то еще. Я так на карту посмотрел, нам примерно надо будет все время налево идти, и тогда мы сможем попасть к валькирии. Нет, серьезно. Будь осторожен с этими разрывами. Ладно, ладно, я понял. Давай смотреть. Броня. Перейти гнездом. Это хорошие у меня стоят. Может, туда что-то здесь посмотреть? Сопротивление тоже неплохо. Высокий шанс получить при здоровье при успешном парировании.
Высокий шанс получить прилив здоровья ненадолго повысит силу при ухудшении здоровья Кратоса до критического уровня. Но это как-то очень редко срабатывает, мне кажется. Так, ослабление соседних врагов в радиусе 15 метров, в принципе, неплохой, мне кажется, этот. Неплохая чара будет. Прям хочу поставить. Так, давай тогда посмотрим здесь. Здесь только чисто характеристики, а здесь символ триумфа просто стоит, да? Извлечь. Так, повышение скорости накопления вечной мерзлоты, это не то. Укрепление, это тоже не то. При уклонении, кстати, неплохо было. Увеличение скорости и дальность перемещения при уклонении. Попробую поставить себя. Так, ну и здесь давай посмотрим. Характеристики. Рунической атаки. Очень малый шанс получить прилив ярости при получении урона. Давай попробуем поставить что-то другое. Неужели я продал? Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру неукротимость, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. Но если что, вот это поставлю. Неплохо вроде смотрится. Да, поход продал-то, смотри. Так, брони-то все равно нет нормальной. А, вот, проклятому туману Нифльхейма. Вот сюда надо будет тогда. Тогда нагрудник путника придется убрать. Так. Да, видишь, он как получается хорошо ставится у нас. Ставим тебя. Ставим тебя. Душа Андвари была, по-моему, точно, да, у нас? Хм, ну не знаю, не знаю. Он, кстати, уже 7 уровень, неплохо. 7 уровень просто шикарно. Скорость бега. Ну так себе, да? Давай лучше пусть будет бег тогда. Все, неплохо. Так, теперь здесь у нас... Пронизанная сущность Валькирии, она повышает все характеристики. Это, конечно, круто. 22, 33, 8. Ну да, слабенькая пока. Пока слабенькая. Это тоже слабенькая у нас. 10, 36, 16. Не, подожди, смотри. Поезд древний, конечно, хорош, но здесь все характеристики повышаются. Если, допустим, сравнить на R3, она по всем выше характеристикам. То есть 100% она будет менять.
Тогда это все тогда снять. Осколок стихий. Эмблема расчета. Разум Ивальди. Отлично. Разум Ивальди. Ослабление соседних врагов в радиусе 15 метров. Пусть будет. При успешном парировании. Эмблема расчета у нас получается, да, это? Ну, давай поставим тебя. Ты у нас, в принципе, и стояла, да? Так, что-то стояло у нас фиолетовенькое. Я что-то не помню только что. Ну, давай вот это вот поставим. Пусть будет. Отлично. Седьмой уровень у нас, в принципе, есть. Да, руны хорошо, защита хорошо, восстановление хорошо, живучесть чуть-чуть, а вот сила прям на десятку капитально. Хм. Ну, давай попробуем поставить. Сейчас про это я сейчас сниму все. Осколок Тюра и глаз крылатого избранника. Да, видишь, он получается все равно выше. Пусть стоит тогда. Осколок Тюра. Вот, хорош. Неплохо вроде, да, поставили. Их, конечно, еще бы прокачать, вообще тогда будет шикарно. Где это мы? Вы у входа в мастерскую Ивальди, символа гениальной гномьей изобретательности. Странно. Почему здесь так воняет? Мерзость. Да. Ну, это долго рассказывать. А если вкратце, Ивальди полез туда, куда не следовало, и сейчас вы дышите последствиями. Что-то еще? Значит, Ивальди создал туман? Нет, нет. Туман в Нифльхейме был всегда. И снег. Бесконечный снег. И ветер. И лед. Тут всегда было мерзко. Но Ивальди сумел подчинить себе силу холода. И создал чудеса, которые потрясли людей и богов. Ого! Да, ого! И что было потом? М? Когда Ивальди создал чудеса. А, ну да. Одину не нравилось, что гномы создают устройство великой силы, поэтому он решил вмешаться. И Вальди пришел в ярость и отомстил. Ситуация обострилась, и вот что вышло. Проклятый туман. Поэтому с богами лучше не связываться. Все? Все. Я предлагаю нам просто добежать... до Валькирии. Потому что если на карту смотреть, то как раз получается налево. Где-то здесь она находится. А кстати, я могу ее на метке поставить-то здесь. Во. На компасе. Так, отлично. Опа, сундучок, ладно. Я возьму. Так, близко не подходи, а то сейчас еще зацепит. Так, я вроде поставил. А, я просто сейчас не вижу его, да? Компаса я не вижу. Так, где мы? Ой, мы даже еще не добежали. Ой-ой-ой.
Ой, цепануло. Так, карта. Сюда. Стопе. Еще вот Валькирия. Она. В Нифльхейме. О, значит, будем драться. Подожди. Да, плохо. Берегись, отец! Ну в смысле? Ну что ж такое-то? А камень-то не помогает. А камень-то, блин, не помогает. Грёбаный туман все убивает. Кошмары! Хрен бы с ним, с этим кошмаром. Беги, Кратос, беги. Я тебя очень прошу, беги. Бляха-муха, спанула еще. Снова Драугры! О, класс. Не с той стороны, оказывается. Мне не хватает просто на этот, на туман, блин. Ну, давай быстрей. Еще Валькирия. В Нифльхейме? Ну надо же. Быстрей, Кратос, быстрей. О, класс. А, черт, попал, блин. Я не готов. Огонь, берегись. Куда идти? Мы с тобой не убили еще Валькиры. Да сдохнет уже Валькирия, но в конце концов. Рума! Лети за ними! Ух!
замедлился. Так, отлично. Свобода. Да, ты свободна. Мои сестры, им выпала та же участь? Да, но мы их спасем. Вы оба смелы. Желаю вам удачи. Вальхалла ждет. Да, мы как бы уже все. Она меня и не заметила. Ну ты висишь на жопе. Кто тебя там заметит-то? Дружище, кто тебя там может заметить? Я не успею собрать, да, все это дело? Совет восьми. Похоже, это была последняя. Да. Теперь в Рокстал оф Волки. Это рядом с двумя статуями грибцов, на пути к месту, где мы нашли резец Тамура. Это королева. Она ведь сильна. Сильнее, чем прочие валькирии, с которыми мы сражались. Ну да, мягко говоря. Тогда надо подготовиться. Рукоять для топора. Умеренный шанс повысить силу и силу рун при убийстве врага. Сердце валькирии. Чары. Очень мало шанс получить защиту валькирии при успешном ударе оружием. Повышает сопротивление всем негативным эффектам на 50% и уменьшает вероятность сбивания с ног. Вот это, кстати, полезная вот эта чара. Я даже знаю, куда, в принципе, ее поставить, вместо чего. Так, здесь все получается. Да, это получается тупик. Давай, Кратос, успеваем. Отлично. Так, здесь что у нас? Где выход-то? Я что-то запутался. Сюда. Выход сюда. Мы на выход бежим. Не до ваших драугров. Ой-ой-ой-ой, попал что ли? Как посмел, непонятно. Это я только заберу. Кошмары! Так, ну все, получается, осталась только одна королева. Сейчас мы смотрим по поводу этой брони. Нужно что-то новое перед походом к разрывам мира, имея в виду. Да. Я все это не одобряю. Вот что мне надо. Вот что мне надо, это 100%. Прокачать, к сожалению, я не могу, потому что мне не хватает эхо туманов рубленого серебра. Рукоять для топора. Тут не хватает только тупо рубленого серебра, да? Продать я, наверное, ничего уже не смогу, да? Артефакты я еще не все нашел, поэтому продавать я не буду. Ресурсы. Погибель асов. Высшее творение Ивальди. Концентрированный туман, ядовитый для асов и всех остальных существ. Использует улучшение брони, рукояти, талисманов, неделенных силами проклятого тумана. Конечно же, это продавать нельзя ни в коем случае. Да, денег нет, поэтому ничего прокачать я не смогу. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь... Давай тогда посмотрим по поводу брони вообще. Вот если тебя сравнить... Ну да, ты послабже, получается, будешь. Она просто дает еще восстановление 23. И все, поэтому пока кирасу не прокачаешь, смысла от нее ноль. Давай тогда перейдем сейчас к этим. К чарам, к нашим. Сердце валькирии, вот что я хочу поставить. Отлично. Так, перчатки валькирии, набедренник валькирии тоже есть. Осколок стихий.
Крыло павших или мощь Валькирии, да, у нас стоит. Ну, крыло павших опять-таки надо прокачивать. А у меня нет денег на это. Умеренный шанс вызвать мощный взрыв при следующей атаке после успешного удара палача. Низкий шанс вызвать взрыв при успешном ударе. Ну, опять-таки, тут надо смотреть, когда все это дело прокачается. У нее получается сила восстановления, а здесь сила руны и удача. Плюс у меня еще есть камни воскрешения, так что... Окей, ничего больше прокачивать я не смогу. Ладненько, друзья, у нас, в принципе, тогда, получается, осталась главная Валькирия. И мы с вами ее ставим уже на следующей серии, потому что, скорее всего, бой будет тяжелый. Легкого вряд ли там что-то будет ожидаться, потому что у нее, скорее всего, будут все умения всех Валькирий абсолютно. Это будет сложно. Но я думаю, мы, в принципе, справимся. Да, пацан? Справимся же мы? Я думаю, что да. Я бы хотел, конечно, поставить еще другой талисман, но, блин, если бы тот талисман, который мне нравится, который добавляет здоровье, были бы еще ячейки для чар, это было бы хорошо. Но, к сожалению, нет. К сожалению, нет, поэтому... После улучшения также будет восстанавливать небольшой объем здоровья. Вот как бы понять бы это? Вот давай сейчас проверим. Так, что он дает у нас? Создание небольшой области, в которой атаки Кратоса не могут быть прерваны, а получаемый им урон уменьшается. А. То есть, типа, я создал себе область, в которой можно драться, и я не буду, мои атаки не будут прерваны. Прикольно. Не, ну это классно, конечно. Ладно. Продолжим мы с вами уже в следующей серии. Так что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.